Всем привет, мои зрители и мои подписчики. Сегодня мы будем играть в хоррор-игру как Evil Mom. Но обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, ссылка в описании, и мы начинаем. Так, не пугайтесь, это не тот самый волк, это я. Так, мы просто поменялись местами. Короче, разобрались. Так. Меня что, отдают в детдом? Фак. Нет, это не детдом. Это бункер какой-то. Обосраться. И что дальше? Это оказалось не няня, а психушка. Опять ко мне попадаются шизики. Я буду себя хорошо вести. Не смешно. Надо уйти с этой школы. Или с бункера. Я вижу следы крови. Это, наверное, мои следы. Так, закрыто. Так. Какие-то. Ох, что-то стремновато. Ой! Блин! Фак. Блин. Быстрее! Охренеть! Ну вот этот хоррор страшнее. Тут можно уже по-настоящему обосраться. Извините. Так, это мои следы. Понятно. Вот блин. Опять. Капец, быстрее. Быстрее. Куда, блин, она уже идет. Так, закрываем дверь. Блин, она может в любой момент зайти. Так. Блин, дверь, шкаф. Но ее что-то нет. А что? Блин, мне показалось, она ко мне идет. Я подумал, она все меня заметила. Я подумал, надо было просто сесть, чтобы меня не заметили. Но оказалось, мне повезло. Джекпот. Роллс-Ройс собирает джекпот. Я снимаю, на! Бежим! Что за психушка, а? Шизанутая няня. Это бабка шизанутая, как из смешариков. Нет, я не про Савуню, а про эту железную бабу. Про железного киборга. Так, хорошо, никого нет. Блин, ну обосрался, я подумал, это бабка. Та самая. Бабья монеты. Вот это прикол! Что? Как? Нет! Бежим! Ты, блин, дверь не закрыл! Давай, бежим! Так, на второй этаж! Так, давайте! Быстрее! Блин, она уже идет. Давайте как-то. Ух.
Это какой-то черный ад. Это реально, это шизанутая бабка, это и есть черный ад. Лагает. Блин. Фак. Нет. Ё-моё. Еще одна снитусоедка поехала. Не, нифига. Зачем я это пишу? Даже настоящий я бы так не написал. Так. Нифига себе. А эта бабка типа меня к стене прижала, да? Oh my. Ну, потом меня зарезала и унесла, короче. Шкаф какой-то перевернутый. Интересно, интересно. Блин, ее нет. Короче, я встаю. Но есть вероятность, что она опять придет. О, шкафчик. Так, закроемся на всякий случай. На всякий пожарный. Большой шкафчик, ребята. Большой шкафчик. Шкафчик это маленький шкаф. А большой шкафчик, то есть это получается и маленький, и большой шкаф. Где логика? Так, это не открывается. О, я могу... Блин. Минус жизнь. Если бы я сдох. Кстати, можно так убежать от бабки и просто... Так, идем. Ё, чё-то нет. Шизуха. Иди ко мне. Так. Что если... Если вниз встать. Да, блин. Так. Так где она? А. Короче, и надоело. Что сейчас было? Капец. Ну как вам игра, понравилась? Мне тоже. Эта игра многим успела пощекотать нервишки, даже мне. Итак, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока и подписаться не забывайте.